зоне Жуковки, между веткой железнодорожных клетню и предприятиями какими-то. Территория завалена какими-то отходами биопроизводства. Вот ориентировка. Дерево гниет. Не надо пускать такое сложение отходов для производства кучами или нет. Просто гора мусора. Это промзона Жуковки. Множество гниющих остатков для производства. Раскидано по территории. Впереди у нас крестьянская ветка железнодорожная. Слева различные предприятия.